Конечно, настрой у нас серьезный. Все-таки Житомирская область и сама эта земля, она всегда настроена только побеждать. Мы цели только одни. Ну как бы будет обидно цыплятам проиграть. Тут я подержу Руслана. Что может быть повезти? То там будет сейчас пип-пип-пип. Ну сейчас будем прыгать куда, не знаю, в голову, в грудь, знаете. Ну все, поехали. То проиграй 5 кругов. Получается, идешь в эту сторону под сеткой, с этой стороны над сеткой. Под сеткой, над сеткой, вот 5 кругов. Ну что, опыт на сегодняшний день победил молодую кровь. Приятно слышать. То есть, ну, ребят, мы должны, так сказать, смириться с этим поражением и пожать друг другу руки, потому что... И учиться у старших. Проанализировать все, учиться у старших, конечно. Ну и только прогрессировать. Играл, да, сегодня они, завтра мы.